Эти юные артисты на сцене Щелковского районного культурного комплекса удивляют зрителей своими талантами. Они победители двух знаковых для района конкурсов – эстрадной песни «Серебряный голос» и хореографического искусства «Щелковский перепляс». Самые лучшие номера вошли в итоговый гала-концерт. Наши коллективы прославляют нас не только на территории Московской области, но и за ее пределами. И хореографические коллективы, и вокалисты, исполнители, которые на протяжении всего года, творческого года, делают все возможное со своими педагогами, чтобы мастерство только росло, чтобы те творческие задумки, которые они задумывали, воплощались в жизнь. И итогом этого становятся вот эти конкурсы. Каждый коллектив на конкурс подготовил не меньше 6 различных номеров. С конца апреля по май жюри отсматривало и отбирало лучших. Во время конкурсов артисты воплощали свои лучшие творческие идеи. В традиционные номера добавляли новые элементы, а на сцене теперь больше новых талантов. Наши районные конкурсы являются площадкой для того, чтобы выявить наиболее талантливых детей, направить их на какие-то более высокие конкурсы, защищать честь Щелковского муниципального района. Конечно, использовать их творчество, их репертуар в подготовке крупных районных мероприятий. Их душа в музыке и танцах. Многие из них посвящают занятиям все свое свободное время. Для участников это возможность самовыражения, творчества и развития. Мы занимаемся 4 раза в неделю по 4 часа. Но это того стоит, так как это дает какой-то стимул к жизни, что чем-то заниматься, добиваться чего-то. У каждого артиста свой секрет успеха. Им просто необходимо уметь вовремя собраться, сконцентрироваться и показать все, на что способны. В этих конкурсах принимают участие все коллективы района, но на гала-концерте только призеры и победители. Главное выйти и расслабиться, не нервничать. А вот когда вот начнешь нервничать, это уже все, провал. Преподаватель у нас очень хороший, все время к себе располагает, заниматься хочется все время. Каждый коллектив постарался показать высший класс. Лауреатов наградили грамотами и подарками. Марина Позднякова, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».